Привет, друзья! Меня зовут Иван. Сегодня мы поговорим о такой важной, интересной теме, которая очень актуальна в последнее время. Это как создать видеоканал в ВК-видео. Мы знаем, что в YouTube вы просто можете создать свой канал, нажав новый канал, оформив его. Но, например, в ВК-видео нет такой возможности, опции просто взять и создать прям видеоканал. Почему? Потому что ВКонтакте это вообще-то соцсеть, и у нее есть такие понятия, как сообщество, например, паблик, да? И уже внутри этого сообщества создаются каналы, какие-то видео или ролики. Поэтому в этом смысле отличается подход. Я не нашел личной информации в интернете о том, как создавать в ВК-видео канал, но я это уже один раз делал, и сейчас я попытаюсь вспомнить на примере своего опыта создать новый канал, для того, чтобы дублировать контент из YouTube, да, на ВК-видео, чтобы можно было его на телевизоре смотреть и вообще к нему иметь доступ как резервный вариант. И поэтому, может быть, вам будет интересно, как нужно создать канал, может быть, вам актуально. Давайте заходим в браузер, да, здесь мы заходим в ВКонтакте. И здесь вот нужно очень важно идти не куда-то в видео, да, и так далее, в раздел, где вот можно, я могу выложить свои видео в моей учетной записи. Это не то же самое. Если вы хотите сделать какой-то отвлеченный канал именно на отдельную тематику, а не просто в свой профиль выкладывать видосики, то надо зайти в сообщество и создать сообщество имени вашего канала. Все здесь вот все сообщества есть. Мы нажимаем «Создать сообщество». Какая у нас цель? Делиться контентом и общаться, развивать бизнес, организовать мероприятия. Но у нас цель делиться контентом и общаться. Название канала у нас «Места и впечатления». «Места и впечатления». Открытое сообщество у нас для всех доступное. Также называется у нас в YouTube канал «Поиск тематики». У нас тематика – это путешествие, туризм путешествия. Выбираем «Создать сообщество». Сейчас создано сообщество. Продолжить настройки выбираем. Установите аватар. Давайте установим аватар. Наверное, тут надо нажать. И вот здесь у меня есть в моей папочке оформление канала. У меня есть где-то мой аватар канала. И вот два мы. Вот возьмем. На черном фоне почему-то получается. Да ну как бы, ну и пусть. Сохранили. А, нет, вот на белом фоне, потому что прозрачность, все хорошо. Установили аватар такой же. Теперь описание. Описание мы возьмем из нашей студии в YouTube. Полностью скопируем то же самое. Здесь у нас есть где-то описание. Основные сведения. Вот они, основные сведения. Я их отсюда все копирую. Вставляю вот сюда вот. Нажимаем продолжить. Пригласите друзей, пока мы не будем никого приглашать. Перейдем в сообщество и уже попадем в само сообщество. Вот видите, у нас здесь есть само сообщество. И у него есть здесь, в частности, раздел видео. В настройках сообщества мы нажмем шестеренку. Настройки. Перетащим видео раздел выше. Перетащим клипы. Ну, а фото, чаты и все остальное нам здесь не очень надо. Я даже могу сказать, что мы их можем выключить. То есть, вот у нас здесь есть управление. У нас здесь есть разделы. В разделах мы видим, что у нас есть какие-то разделы. И, например, фотографии мне не нужны. Видео. Открытые видео у нас. Клипы у нас включены. Аудиозаписи, обсуждения ограниченные пока. Материалы. Что такое материалы? Нет, мы ограниченные. Видео мы поставим тоже. Не надо, чтобы все добавляли. Ограничено только. Фотографии вообще выключили. Ну, хотя фотографии-то надо оставить. Мы же можем добавлять какие-то рекламные публикации о том, чтобы переходили к нашему видео. Файлы отключены. Обсуждение. Нам, может быть, понадобится обсуждение. Статьи включены пока. Моменты включены. Репортажи отключены. Контакты. Это что такое? Контакты пусть будут. Ссылки, мероприятия отключены. Товары отключены. Так, порядок разделов. Порядок разделов у нас уже настроен. Ссылки. Ссылки пока у нас непонятны. Подписчики. Сообщения, сайты, сообщества. Все это нам пока не надо. Настройки. Вот наши настройки. Итак, у нас есть уже адрес сообщества. Фирменную наклейку. Нет, нам фирменная наклейка не нужна. Но вот я бы изменил на название сообщества на более понятное. Слишком короткое имя. Places. Подчеркивание. Impressions. Places Impressions. Адрес свободен. Видите, Places Impressions. Адрес свободен. Сохранить. Ну вот теперь мы переходим в наше сообщество, вновь созданное. Вернуться к странице. Вот оно как выглядит. Пока мы здесь еще не добавили обложку. Ну, давайте попробуем добавить обложку у нас, потому что она есть. В принципе, баннеры же у нас есть. Вот какие-то. Такой, например, баннер. Путешествие с комментариями. Вот этот вот. Как он у нас будет? Надо, чтобы он был в JPEG. Да.
Ну вот как он будет виден на компьютерах, на мобильных устройствах. Чуть-чуть подвинем, чтобы небо было больше. Это все, в принципе, как на YouTube. Установить обложку. Эту обложку надо заранее заготовить. И вот уже у нас как-то более-менее хорошо. Итак, если мы вот перейдем в раздел «Видео», а поскольку никто не добавил никакого видео, надо добавить какое-нибудь видео. То есть, чтобы мы могли перейти в видеораздел, вообще попасть туда, нам надо добавить видео. Давайте добавим видео, выбрать файл. Ну, давайте начнем с самого актуального, Рыбинск 2022. Это то, как мы были в Рыбинске, рассказ о Рыбинске. И возьмем как раз все сведения с нашего YouTube-канала. Вот идет загрузка видео. И мы, как вы видите, сразу попали в раздел «Видео», «ВК-видео». И вот здесь у нас появилась ссылка. Вот эта собачка «Places Impressions» – это наш, собственно говоря, ссылка на наш видеоканал. Надо, можно его уже сохранить. Вот по нему можно уже открывать что-то и заходить. Вот для чего нужно отдельное описание иметь в отдельном файлике, чтобы не лазить в студию, в которую вот идут. Наймите какого-то человека, чтобы он вам все описания, хэштеги, ссылки, все завел в отдельный Excel-евский файлик, чтобы вы могли вот так вот быстренько достучаться до туда. Рыбинск. Вот это все отсюда быстренько копируем. Вставляем в наше описание. Выбираем название нормальное. Это фоторепортаж с комментариями. Вот здесь мы поправим описание. Что у нас здесь? Наш канал Дзен. Все нормально. Ну, можно сказать, что подписывайтесь на сообщество, которое у нас теперь уже есть. Мы можем зайти ВКонтакте, зайти в сообщество и увидеть, что наше сообщество, управление сообществами. У меня три сообщества, видите, у меня три есть. Теперь еще одно появилось. И вот это сообщество, я могу на него дать ссылочку. Подписывайтесь на сообщество. Если вы подпишетесь на сообщество, то вы будете получать оповещение о выходе новых видео, потому что они будут публиковаться на странице, на стене как бы сообщества, в ленте, да? На сообщество, канал, места и печатли. Здесь вставляем ссылочку. Ну и какой-нибудь пальчик. Это я люблю. Вот. Ну и наш контактный mail и контакт Дзен. Потому что на YouTube смысла особого нет давать ссылку. Вот, здесь загружено видео 3%, но это просто потому, что мы на VPN. Давайте мы VPN отключим, оно побыстрее будет грузиться. Не идет что-то быстрее, давайте я отменю. И все сломалось. Выбрать файл, рендер, выбрали файл. Хорошо, что у меня есть утилита вот этот вот клип, из которой я могу достать всю информацию, которую я только копировал в буфер. Вот, видите, загрузка как быстрее пошла. Вот этот вот утилитку клип обязательно себе установите. Ее можно найти. Она называется Clip Tools. Clip Tools. Найдите в App Store Clip Tools. Обязательно клип. И вы спасете себя во многих ситуациях. Вот эта утилитка, установите ее обязательно. Очень рекомендую. Потому что я сейчас, вот видите, спас себя сам. То есть я потерял только то, что вот здесь написал. Значит, обложку мы... загрузить обложку. Мы берем обложку из нашего проекта. Обязательно используйте структуру папок. Вот она. Видите, подгрузилась. Ну и что вот дальше? Дальше видно, что мы канал-то создали, но нужно просто проверить, что он у нас работает. Время публикации сейчас. Дополнительно ничего я улучшать не хочу. Зацикливать не хочу, а публиковать на стене сообщества хочу. Теперь ссылка в видео. Мы хотим дать ссылку на наше сообщество. Почему, интересно, ссылка не поддерживается? А, потому что нельзя на видеоканал давать ссылку. Можно просто давать ссылку на сообщество. Она у нас вот так вот выглядит. Вот она, проверил ее. И субтитры. Ну, выберем язык субтитров русский, но по умолчанию не надо их включать. Вот мы полностью оформили добавление видео. Заодно можете себе взять на заметку, как это делать. Ну и нажимаем «Опубликовать». Смотрим, что из этого выйдет. Видим, что мы находимся в разделе ВК-видео, уже не просто на стене. У нас есть опубликованные видео. Мы можем сюда тыкнуть «Мои видео». А, это не то. Это видео моей учетной записи. Поэтому надо вот сюда нажимать, и тогда вы попадете в видео-студию своего канала. А, обложку тут почему-то мы... Интересно. А, взять из сообщества обложку. Окей. Взять из сообщества.
Вот здесь вот у нас только нет у видеоканала, уже вот эта вот студия нашего видеоканала. У нас, например, что-то не хватает в оформлении. Взять из сообщества обложку, берем ее, устанавливаем, и все. Здесь вот есть раздел «Статистика», есть раздел «Избранное», «Поделиться». Но что здесь еще очень важно, тут есть раздел «Плейлисты». Плейлисты. Здесь пока нет видео, поэтому нет плейлистов. Но у нас есть уже видео, которое мы уже можем добавить в плейлист. Для этого нужно создать новый плейлист. Например, я его назову большими буквами «Россия». Пока без обложки. Он возьмет обложку из видео. Вот я создал плейлист, и теперь у нас появился плейлист, в котором есть одно видео. Клипы – это раздел клипов. Трансляции – все такое, все понятно. То есть вот у нас есть новое видео и одно видео в плейлисте «Россия». Ну вот, с каналом мы закончили. Теперь можно поставить ссылочку вот эту, запомнить. Запомнить ссылочку себе. Добавим себе ссылочку в наш папку, где у нас всякие каналы, чтобы быстро заходить и управлять видосами. Закроем это и увидим, что на нашей, в нашем сообществе новом, видите, появилось одно видео, в ленте появилась одна запись, которая не содержит в себе ничего, кроме краткого описания, но мы можем отсюда уже запустить видео и пойти его посмотреть. Описание будет вот здесь. Для пущей чистоты и лучшего там, эксперимента, вот здесь вот еще... Я помню, как-то делали так, что здесь вот у нас был раздел «Видео», и можно было туда попадать быстренько в студию. Меню. Сообщество. Новая ссылка. Вот. Обложка. Выбрать надо какую-то обложку. О, загрузил. То есть мы вот эту вот обложку... Ну, пока так сделаем. Это будет называться «Видео». И ссылка на нашу студию с видосиками. Вот. Вот оно. То есть это находится в меню сообщества. Новая ссылка для создания меню. И вот здесь вы оформляете эту ссылку. И тогда, смотрите, что получается. При заходе в сообщество, вот места и впечатления сообщества, да, у нас появляется вот здесь, прям в меню настроенная ссылка на видео. То есть мы отсюда из сообщества напрямую попадаем в видеоканал. И можно подписаться и на сообщество, или на канал здесь. И тогда он будет увиден у вас, например, там на телевизоре или смартфоне. Ух, ну согласитесь, жесткач, да? Жесткач, и это вам не создание YouTube-канала в YouTube или где-нибудь там еще. Но, в принципе, тема подъемная. В общем, все очень круто, мне кажется, получилось. Как вы считаете? Поставьте лайк, если было полезно. Я постарался подрезать видео, чтобы вы не видели всякие поиски мои тех артефактов, которые я не смог найти. Ну, в общем... Все, на этом все, наверное. Останавливаем запись. Подписывайтесь на это сообщество, на мои каналы в Ютубе и ВКонтакте, и главное в Дзене. Дзен канал называется «#мудрости». Буду вам признателен за ваши лайки, комментарии и за репосты. Пока!